Сегодня мы пошли гулять вдоль берега. Жульяна осталась позади. Все уже устали. Устали. По тропе здоровья, типа того. Да. Вот. И пойдем дальше. Куда пойдем? Туда? Прямо, да. Тропинки мы идем. Тропинки мы идем. Мы идем вдоль голубых лагун. Вид просто обалденный. Пошли вдоль этой пляжа, Алан. А там, наверное, нельзя пройти. А мы тут не пройдем. Мы прошли по берегу 100 метров. Все устали, решили искупаться. Ой, зря Андрей, ты не искупался. Вода просто супер. Ну, давайте пойдем дальше. Сейчас они 11, и мы продолжим свой отважный переход. Поход. Поход вдоль берега. Мы продолжаем идти вдоль берега. Весь берег состоит из маленьких бухточек, лагун. Куда? Нет, да? Давай тут. Не, Алан, наверное, надо было не тут идти, наверное, вот тут. Куда? Вперед, за змеями. Да. Джунгли непроходимые. Первая Катя пробралась сквозь джунгли. Второй проходит сквозь джунгли Алан. Третья мама, а потом Лена. Да, мы вот так, Катя говорит. Куда дальше идти? Непописуемая. Не пописали на нее. Здесь не ходить написано, видишь? Частная территория. А куда? Не знаю, пошли там, посмотрим. Мы поднялись на очередную горку, которая видно еще одну бухту. Теперь будем спускаться к морю. Пойдем к большой бухте, посмотрим, что там. Там остров есть. Вы представляете, вот это алоэ. То, что выращивали бабушки на подоконниках, с мою ладонь шириной. Такое вот алоэ. Офигеть, можно такой здоровый. Да. Это что, и пошли? Потом пошли дальше. А оттуда, может, пройдем? Да вон дорога здесь идет. А там есть, да? Пойдем дальше. Бухту. Посмотрим на бухту, что там за бухта, и остров. Посмотрим. Здесь такой спуск забетонированный. Вид на остров. Все отстали, разглядывают там всякие алоэ и кактусы. Зачем тебе? Это черепаха. Мы дошли до этой лагуны. На лагуны даже купаются люди. Дальше дорога кончилась, нам пришлось снять кроссовки и пойти вплавь в тапочках. Ой, какое скользкое дно.
Только Саня пытается дойти пешком. Не хочет никак плыть, совершенно не хочет. Вот. Наконец-то и Саня поплыла с нами. Интуристка. Как минимум. Мы преодолели этот непреодолимый барьер водяной. Ледяной, да. Да, для кого-то ледяной. Помнила, нет? Тут помню, тут не помню. Мама, папа, поснимай. Что тебе поснимать? Немного отдохнув и искупавшись в лагуне, мы пошлепали дальше. Ты уничтожитель флоры и фауны. Мы прошли еще примерно 15 минут. Красиво. И нам открывается замечательный вид на два острова. Маленьких. А вон про ту деревню я вам рассказывал, Оль. Вон там деревня, так, еще мельче, чем Жульяна. Ага. Ну там, наверное, спуск ночью. Это если идти вот там по скалам, где мы шли, наверное. А если ехать, вот дорога. Ну я пойду пешком, если вы хотите ходить. Нет, мы не хотим поехать. Мы только что шли по той стороне. В той лагуне мы купались. Прошли через тот кемпинг. А вот здесь открывается вид на острова. Мы поднялись в гору еще метров, наверное, на 200, на 300. Все устали. Решили отдохнуть. Дети практически не устали. Они все говорят, давайте вперед, вперед, идите. Что вы тут стели? Нет, мы наоборот говорим, идите назад, потому что здесь уже нечего делать. Здесь уже мы все видели. Здесь мы прошлым году были. Что мы тут видели? Мы здесь первый раз мы в своей жизни. Меня. Кто-нибудь сидит? Все, да, едят тебя. А, ну быстро! Да. Паук, ну, такой, фу. Смотрите, какой где? Жучара сидит и жужжит у мамы на спине. Лена у нас самая передовая. Она сходила на гору, там все разведала. Сейчас нам расскажет. Покажет и даст попробовать. Мы дошли, короче, до туда, до куда ты хотел, там, если до туда идти. Вот эти камни, которые видно. Там еще выше дорога вот так вот таким наклоном. Классно. Вот сейчас мы тогда в гору ходим. Все, мы на вершине мира. Не, еще чуть-чуть до вершины. Ура! Мы на вершине мира! А Катя там, что ли, осталась? Еще чуть-чуть, еще рывок. Садитесь, дети, в тенек вот сюда. А мы пойдем наверх. Мы сейчас поднимемся вот на ту гору и посмотрим вид оттуда. Кто с нами идет, тот герой. Кто без нас, тот слабак. Вон еще острова, Лен, смотри. Вот там. Еще острова. А. Ух ты, чего? Тяжело. Ух ты, я снова одел кроссовки, потому что в тапках тут нереально. Как они эти делают дороги горные? Вот на этом месте дорога заканчивается. Дальше еще не проложили. Фух.
уши заложило от высоты. Смотрите, как красиво. Мы на краю мира. Ура! Это пипец. Мы сделали это. Ерунда, что 33 пота сошло. Смотри, какая высота, Лен. Ёшки-матрёшки. Все, мы посмотрели самый верх и пошли обратно. Все, пойдем обратно теперь. Классные виды. Побегушки на куликушках. Я нашел спуск к морю, спустился, остальные еще идут. Здесь ветерок, тенек, вообще классно. Настоящий рай для нудистов. Смотри, какая вода красивая. Тут глубина сразу какая, да? Вода темная. Вот у кого-то зеленки добавили, да? Зеленая-зеленая. Вон Жульяна виднеется из-за острова. Вон, смотри. Соли сколько. Кристаллизуется. Вода соленая испаряется, а соль остается. Немного поплавав в этом месте, освежились. Сейчас пойдем обратно в лагерь. Все собираются. Естественная природа. Идем уже в обратную сторону через джунгли. Очередные. Вон там мы были. Вот на той штуке. Дети уже все устали, изнылись. Стоптали все ноги, еле передвигают. Да, Лан? А у нас мороженое купим. Мороженое? Угу. Зачем тебе мороженое? Ну, сейчас в магазин зайдем тогда. Устал? Угу. Понравилось? Угу. Еще пойдем? Угу. Ой, нет. Нет? А чего не пойдем? Ой, нет, я забыл, не пойдем. А чего это ты не пойдешь? А, что так? Когда мне такой спуск великий. Великий спуск? Ага. И подъем не велик. Все, мы уже приближаемся обратно к Жульяне. Часа 4 мы ходили по горам. Купались в разных местах. Лен! Ты куда так топила? Не догнать! Она хочет первое пиво выпить с холодильника. Еще раз. Ну ладно, давай.